Малютка помер сегодня утром. Не стал есть сыр. Умер от голода. Такие дела. Уайт. Кто? Ты. Я с тобой говорю, Уайт. А, парень. Да, его уже нет. Ушел на поиски истины, но не нашел ничего хорошего. Дружище, хватит городить чушь. Вайт, давай же приди в себя, ты нам нужен, нам пора лететь. Отец парня распланировал его будущее наперед. Лига Плюща, потом прямиком в конгрессмены. Когда сын пошел в армию, отец оставил его без денег, назвал неблагодарным уродом. А мать впала в депрессию, одна в большом темном доме. В день, когда парня перебросили в Европу, она съела горсть таблеток. И все. На этом конец. Я отведу тебя к Сету. Он тебе сразу поможет. Ты просто сбит с толку, вот и все. Пойдем. Нет, 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 Уайт. Ну что ж ты? Уайт. Я же твой друг, помнишь? Идеальные узоры. Поглощающие ветви великого дерева. Всезнающее космическое сознание взирало на него. Парень приближается к центру вселенной, но все исчезло. И разверзлась черная впадина, поглотив краски. И он ничего не видел, кроме межпространственной пасти, пожирающей душу. Все потеряло смысл, чувак. Это закат человечества. Скажи, что ему жаль. Скажи. Скажи, что он их любил. Смотри. Что с ним не так? Да, принял галлюциноген. Послушай, мы в Даут и Ихуд не раз употребляли схожие вещества, но ни у кого и никогда не было таких четких видений, как у Вайта. Это невероятно. Он поправится? Ну, я очищаю организм, он должен прийти в норму. Сет, это что, дверная ручка? Нет, 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 Игнегили, нет. Что ты сказал? Уайт, никогда не забывай, кто ты. Не забывай, кто мы. Не забывай, чем мы являемся, солдат. Я теперь в порядке, Кэп. Снова в своем теле. Ты, кстати, до сих пор ходишь в праздничной шляпе. Дружище, я тебя ударил. Прости. Да. Я помню. Мне это было нужно. Дверная ручка. Эй, Уайт. Люблю тебя. Мои братья и сестры, слушайте. Меньше чем через 6 часов фрау Энгель появится в прямом эфире в шоу Джимми Карвера в Голливуде, Калифорния. Пока этой суке лижут жопу в прямом эфире на всю страну, мы проникнем на Аусмерцер, отключим систему защиты Один и угоним ее корабль. А потом найдем эту сучку и грохнем. Что скажешь? Фрау Грейс, я расшифровала коды, которые Гербласковец привез с Венеры. Оказалось, это всего одно слово. Вальхала. Введите Вальхала в любой терминал Одина на Аусмерцере, и система защиты отключится! Хорошая работа. Теперь иди нахер, наци. Как я уже сказала, мы найдем эту сучку, и мы ее непременно... Грэш! Что? Больше не смей называть меня наци! Я не нацистка! Ты не имеешь права вешать на меня клеймо, будто я хуже, чем ты, будто я и не человек вовсе! Давай! Скажи, что я не нацистка! Ладно,
Хорошо, поняла, ты не нацистка. А ты? Я люблю тебя. Неужели это не ясно? Тупая дубина. И мне больно. Больно, что ты такой тупой и не любишь меня. Но скоро я вытру слезы. Возьму себя в руки и буду жить дальше. Потому что ты мне для счастья не нужен. Я только буду иногда мысленно использовать твое тело для удовольствия. И ты мне не помешаешь. Зигрун. Что? Да ухожу я, ухожу. Уж нет. Не глупи. Ты пойдешь с нами. Ну давай, Зиг, ты же спец, выкладывай. Надо лететь быстро и низко. Тогда Рада Родина не успеет нас вовремя заметить. Оказавшись прямо под Аусмерцером, мы начнем быстрый вертикальный подъем. Это даст нам шанс выжить после первого залпа Одина. Если повезет, мы улетим прежде, чем Один наведет на нас ракеты. Погоди, Уильям! Вперед, Уильям! Я тебя прикрою! Зигрун, мы внутри. На Аусмерцере находится 3 центра управления Одина. 2 из них контролируют автосистему защиты. Центр Хугин отвечает за орудие на левом борту. Мунин отвечает за орудие на правом борту. Наконец, главный центр Одина управляет всем кораблем. Ясно. Как нам до них добраться? На полу в центре комнаты спрятан терминал. Этот терминал открывает дверь, ведущую к центру Хугин. Нашла. В другие отсеки, оттуда, где вы сейчас, попасть труднее. Открой на терминале схему корабля и поищи какой-то способ туда добраться, Аня. Уильям, найди центр управления Хугин и отключи орудие на левом борту. Я останусь здесь. Попробуй понять, куда двигаться дальше.
Thank you.
Максим! Молодец, Уильям. Орудия на левом борту отключены. Возвращайся сюда как можно скорее. Кажется, я знаю, как попасть к остальным целям.
Уильям, мне нужна помощь. Поторопись. Я здесь. Уильям, садись в транспортную капсулу на той стороне. Я изменила программу, чтобы нас доставили в верхнюю часть корабля. Оттуда попадем в центр управления Одином. Уильям, садись вон в ту десантную капсулу. Держись! Я люблю тебя, Уильям. Сломай вон тот большой вентилятор и лезь туда.
Ты сможешь выбраться отсюда через вентиляционную шахту. Я пойду в главный центр управления Одином. Уильям, видишь большой вентилятор? Сломай его и лезь в воздуховод на другой стороне. Уильям, с той стороны есть еще одна шахта. Через нее ты сможешь попасть в центр управления Мунином. Тебе нужно добраться туда и отключить орудие на правом борту. А я пробираюсь в главный центр управления Одином. Уильям, я скоро буду в главном центре управления Одином. Встретимся там, когда отключишь орудие на правом борту.
Уильям, орудия на правом борту отключены. Можешь вернуться в зал развертывания войск и залезть наверх по механической руке. Я у входа в главный центр управления Одином. Там полно народа. Иди сюда как можно скорее. Пробраться наверх.
Видимо, это главный центр Одина. Я уже иду, Аня. Ah!
чувствуешь, генерал? Теперь ты старая и немощная. И сегодня твой судный день.
Берегись! Ух ты. Думаю, с меня хватит. Ты как? Порядок. Охереть! У нас твой корабль, сучка. Глядите, фрау Энгель все балабонит по телеку. Твое платье? Я думала, мусорный мешок. Вот умора! Вундабар! Вундабар! Оставайтесь с нами. В студии генерал Энгель и Ди Кафер. Реклама. Можно я останусь здесь? Не могу участвовать в том, что сейчас будет. Ладно, Зик, ты это заслужила. Но остальные готовы начать революцию? Приступаем. Третья камера, сдвинься левее. Общий план. Стоп, Гюнтер. Подожди. Что? Гляди. Черт. Не прерывай эфир. Ну, дорогой, делай, что хотел. Господи, он же умер. Боже, не убивай меня. Прошу, не убивай. Тихо, тихо. Это жуткий Билли. Грёбаный жуткий Билли! Пора устраивать террор, жуткий Билли. Задай ей жару, Кэп. Давай, ступай, дорогой. Пусть тебя увидит Америка. Вы чуете, генерал? Это ваша погибель. Лучшая музыка за деньги. Оставляйте чаевые на выходе. Так, ладно. Мы вернулись. У меня в гостях настоящий герой. Таких важных персон в нашей передаче еще не было. Гроза всех террористов. Генерал Энгель! Да! Чудесно! Спасибо! Вы слишком добры! Итак, генерал, задам вопрос, который у всех на местах. Расскажите, как вы казнили жуткого Билли? Каково это было? Вас, наверное, переполняли эмоции? Ну, Джимми, я помню, как взмахнула саблей и подумала про себя. Мы спасены. Жуткий Билли был величайшей угрозой для наших граждан. Демон. Человечьим обличьем. Но я доказала, что даже демону не устоять перед карающим молотом Рейха! Да! Ага! Да. Вот! Я должен сделать это лично. Я обещаю вам. За тебя, Карлай. Если среди вас скрываются демоны, мы найдем их и уничтожим.
Мы будем безжалостно убивать и сжигать их, как Уильяма Джозефа Бласковица, чтобы простой народ мог спать спокойно. Воу! Слышали? Вы слышали? Да! 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 Круто! Круто! Ух ты! Сильные слова, генерал. Сильные слова. Вы все видели эфир? Там было много... много крови. И грязь повсюду. Но я думала лишь о том, что этот человек... Он отнял у меня мою любимую дочь Зигрун. Простите. О, генерал, генерал. Думаю, я выражу мнение всех граждан Америки. Зигрун, где бы она сейчас ни была, наверняка вами гордится. Да. Видите ли, она всегда была такой чуть полноватой и легко поддавалась дурному влиянию. О, да. Мы подумывали отправить ее на... как это? На эвтаназию. Эвтаназия? Гуманная смерть? Я! А! Я. Ясно. Но, знаете, ясно. Потом... она взяла себя в руки. Угу. В день трагедии. Она сказала... Муди... я хочу похудеть. И стать сильной и здоровой, как ты. Генерал, прошу, откройте секрет. Как вы поддерживаете форму? Немецкие гены и дисциплина. Да, вундабар, вундабар. Но главным доказательством немецкого упорства стала смерть жуткого Билли. И мы все благодарим вас за это. Ведь так, друзья? Да, мы в вечном долгу. Генерал Энгель. Признаюсь, генерал, я у многих гостей брал интервью, но редко кто... бывает так беззаветно верен своим принципам, как вы, генерал. И я говорю это вовсе не потому, что вы мне платите. Вундабар! Вундабар! Итак, от веселья к рекламе надо отрабатывать свой хлеб. Мы к вам вернемся с обаятельным, несгибаемым генералом Энгель. Очень скоро. Вундабар, вундабар. И мы снова в студии с... Ты же сдох! Я лично отсекла тебе башку! Я убила тебя! Господи, мать! Леди, это все, что ты можешь. Тогда вам точно конец. Ты теперь среди волков. И это наш лес. Братья и сестры Соединенных Штатов Америки. Не слушайте эту лживую суку! Нацистские гады получат по заслугам. О да, нам надоело их терпеть. Давай, говори. Сограждане, американцы, где бы вы ни были, вы ждете от меня слов утешения, поддержки, мягких и теплых, словно ложь, которые постоянно пичкают вас нацистские генералы. Но я предлагаю вам не покой, а холодную и горькую правду. Правда в том, что нашу великую нацию
насилует и грабит. Величайший враг всех, всех времен. Враг хочет, чтобы свободу вы поменяли на безопасность. Сломить вас, поставить на колени перед новым порядком. Но американцы, тот, кто сеет ветер, тот пожнет только бурю. Вы родились в свободной стране. Вы дали отпор владыкам Старого Света. Вы проливали кровь за простую, но необыкновенно важную истину. Дайте мне свободу или дайте мне смерть. В ваших венах течет кровь революционеров. Так что сегодня готовьте пистолеты, ножи и кулаки. Отыщите угнетателей, где бы они ни были. Скажите им, ничего, ничего нам от вас не нужно. Сегодня мы покажем тем, кто сеет ветер, что мы и есть эта буря. Я справился? Охеренно, Вайт. Ты был крут. Я нервничал. Заметно было? Еще как. Но все хорошо. Пойдем. Аня. С тобой я силен и слаб одновременно. Выйдешь за меня? О, Уильям! If that's your best, won't do. It won't do.
Так, Бласковец, пока ребята там раздают люлей и занимаются революцией, мы с тобой почистим кое-какие хвосты, устранив оставшихся обер-офицеров. Садись-ка за машину «Энигма», разверни военную карту и вперед. Я буду на связи. Давай расчистим путь для наших ребят. Привет, Бласковец. Прошу, мистер, ты мне поможешь? Когда мы покидали Манхэттен, я, тупая овца, оставила там коробку кассет с секретными данными. Там координаты других групп сопротивления, списки имен, все такое. Данные зашифрованы, но судя по тому, что слышно из бункера нацистов в Манхэттене, они скоро вскроют мой шифр. Если ты сможешь засрать их магнитофон, и опасные данные будут стерты. Все подробности на военной карте. Как делишки, брат? Революция началась, да? Хорошо. Рада тебя видеть. Кёртис, милый, я слышала, что ты автор популярных в Америке книг. Может, дашь почитать? Анна, сожжение книг в Пенсильвании. В детстве я жила в Польше и слышала про то, как жгли книги в Берлине. Нацисты обожают жечь книги и... И многие из моих земляков поверили в их вранье. Все как обычно. Это ужасно, милый. Пишу историю приключений для новой машины Сета, симулятора тайных операций. Развлекательная халтура. Ладно, почитаю. Спасибо. Не за что, мисс. Хей-хей. Будь лапочкой, жабы. Мистер Билли? Будем драться, Билли. Отчаяннее, чем раньше. И не сдадимся. Оля. Сэр.
Sonnenstrahlen im Gesicht, das Stillschweigen macht frei. Die helle grüne Wiese ist allgegenwärtig. Das Tier mit dem roten Auge ist bald bei uns. Liebe fließt um uns herum und sieht alles. Die roten Augen der wundersamen Bestien retten uns noch einmal. Wir sind überall, weiß in schwarz. Das stillbliebende Auge blickt und ist rot wie mein Herz. Wir sind träumen. Das sehende Auge des stehlenden Wächters beobachtet jede Bewegung. Ich wache auf und gehe durch Felder, in die Sonne, in die Sonne. Mysteriöse Kreaturen verstecken sich überall, reflektieren Licht mit ihrer glänzenden Haut. Und ihre roten Augen durchbohren meine Seele und umgeben mich wie eine endlose Wiese voll hochroter Blumen. Und ich gehe, sodass tausend Augen mich sehen können und jede meiner Bewegungen erfassen. Liebe fließt um uns herum und sieht alles. Die roten Augen der wundersamen Bestien retten uns noch einmal. In schwarz. Das stillbliebende Auge blickt und ist rot wie mein Herz. Wir sind überall, fliegen in deinen Träumen. Das sehende Auge des stehlenden Wächters beobachtet jede Bewegung. Everyone. Guten Abend! We are here to tell you all about Changeover Day. Changeover Day? Changeover Day. From July the 4th, you gotta say goodbye to English. Auf Wiedersehen! So get on board or get out. Changeover Day. Make sure you know the date. After the 4th of July, be careful what you say. Changeover Day for the Nazi USA. We all know that German is much better anyway.
blind language can be spaß. German is more accurate with what you want to say. We all know that English is confusing anyway. Change over day, make sure you know the date. After the 4th of July, be careful what you say. Change over day for the Nazi USA. We all know that German is much better anyway. Fußboden schleif, Maschinen verleih. Big words are not a problem, you don't even have to try. Complex names and phrases are much easier to say. And we all know that German is much better anyway. Change over day, make sure you know the date. After the 4th of July, be careful what you say. Change over day for the Nazi USA. We all know that German is much better anyway. Okay, everybody, let's practice our German. Yeah. Guten Tag. Guten Tag. Dankeschön. Dankeschön. Ich bin krank. Ich bin krank. That's it, you're doing great. Hilf mir. Hilf mir. Wo sind die Toiletten? Wo sind die Toiletten? Hier sind meine Papiere. Hier sind meine Papiere. Wunderbar. 15 is 15 and 50 is 50. Confusion will be zero. German numbers are your hero. Practice a new language, make sure you obey. Be happy that our new Nazi friends are here to stay. Change over day, make sure you know the date. After the 4th of July, be careful what you say. Change over day for the Nazi USA. We all know that German is much better anyway. Change over day, make sure you know the date. After the 4th of July, be careful what you say. Change over day for the Nazi USA.
finally play. Du bist leitest den Tag. Gib Acht auf dich und bleib bei mir, wenn ich dir sag. Mein kleiner Liebling, tapfer kleiner Liebling, ich bin dein, du bist mein. Schenk mir ein Glas ein von deinem süßen Wein, mein kleiner Liebling. Mir fehlt die Blume in deinem Haar, die Schnitze, die wir aßen als ein Paar. Es gibt mir Kraft zu wissen, du bist da. Bist du zurückgekehrt? Ich kehr zurück zu meinem tapferen kleinen Liebling. Bis dahin träum ich schön, träume so süß wie bayerische Krähen, standhaft wie die Alpen. Ich muss erfüllen meine Pflicht. Ich weiß und ich bin stolz auf dich. Tag.